И всем привет, меня зовут Рицу, и мы продолжаем играть в Данганронпу в B3, да, знаю. Возможно, кому-то уже надоела эта фраза, в который раз уже, но начиная со второй части, потом переходя в УДГ и вот уже в B3, но вам придется ее слушать ее еще очень и очень большое количество раз, но... Тем не менее, мы продолжаем играть, продолжаем наше расследование, точнее, начинаем его в этой серии. И, кстати, я... Перед этими сериями, предпрошлой и этой подумал. Ну, вообще, раньше я такой вопрос сам себе задавал, наверное. Сам для себя интересовался. Почему в Ронпе обычно убийца как-то... В конце концов, как-то он оправдан. Ну, в большинстве случаев. Нет такого убийцы, который просто, допустим... Он убивает, потому что он просто злой. Просто потому, что он какой-то злодей. Не знаю, прям... Я такого не помню случая, где реально персонаж был просто злым. Допустим, вот он любит убивать просто. Убийца какой-нибудь, абсолютный убийца, я не знаю. Такого еще ни разу не было. Ну и опять же, я не знаю, кто в этом деле убийца, кто будет дальше убивать в V3. Может быть, такое тоже будет. Но до этого я особо такого не замечал. Так что было бы интересно, мне кажется, что-нибудь такое необычное. Ну ладно. В принципе, тут уже как автор решил, так и будет. Я ничего с этим поделать не могу. Эй, Шуичи, есть минутка? Да. Да, что такое? Даже не одна минутка. Думаю, у нас еще приличное количество времени есть с тобой. Говори, что хочешь. Прежде чем мы начнем расследование, я должен тебе кое-что объявить, не объяснить, не... Окей, именно объявить, хорошо. Что мне собирается мне объявлять? Именно мне. Не всем? Что? Я нажимаю. Слышите? Я нажимаю. Ты теперь мой напарник. Можно отказаться, у меня есть такая возможность. Твой напарник. Замечательно. Чего только не хватало мне. Я больше по наукам, так что с расследованиями у меня так себе. А чем ты в первом деле занимался? А почему ты именно сейчас решил тебе помощника заиметь? Где тут взаимосвязь? К тому же единственная сцена, подходящая для Кайта Монты, светила звезд, сама вселенная. Так... Это огромная сцена. Что значит единственная сцена? Так что оставлю все мелкие детали на тебя. Проложи путь к моему успеху. А давайте мы, пожалуй, к Шуичи не будем этим заниматься. Как тебе такая идея? Я не понимаю, что мы должны ему делать? Погоди, а что мне как напарнику вообще нужно делать? А Шуичи просто мои мысли читает. Не парься, все сложные вопросы буду решать я, а ты просто делай то, что я говорю. Угу. Какие же твои приказания, Кайта? Я смотрю, Кайта любитель принимать решения единолично. Ну так вот. Любая ответственность за последствия на мне, так что ты просто помощник, так что ни о чем не беспокойся. Ну, если что-то мы облажаемся, то это Кайта виноват. Запомни, возьмем на заметку себе. Ага. Ну что, приступим? Для начала нам надо проверить файл Монокумы. Блин, Кайта, давай, пожалуйста, я сам буду этим заниматься. Не надо мне просто над ухом жужжать, бегать и идеи подкидывать. Да, верно. Шуич, не надо нервничать, ты сам знаешь, что делать. Уже не первый раз. Второй раз уже. Чего вдруг Кайта решил сделать меня своим помощником? Может, из-за того, что... Каэда с нами нет. У нас не может быть друга. А, окей. Ну, а это тоже отчасти, наверное. Мне страшно, изо всех сил стараюсь не поддаваться этому, но я боюсь. И не могу перестать думать о боли и печали, появляющемся от того, что я раскрываю правду. Вот чего я боюсь. Он так пытается мне помочь. Эй, в чем дело? Давай уж посмотрим, что там в файле. А, точно. Давай посмотрим. По указанию Кайты я открыл файл Монокумы. По указанию Кайты. А, замечательно, мне уже нравится эта серия. Жертва и ситуация. Рост 107, вес 40 килограмм, объем груди 61 сантиметр. Правда ли это? Я не разбираюсь на самом деле в объеме груди. Группа крови на рукаве 3. Жертва Рёма Хоши, абсолютно теннисист. Тело было обнаружено в спортзале, конкретнее в аквариуме. В резервуаре с водой, так называемым. Причина смерти утопление. А, окей. То есть, подождите. Утопление. То есть, его...
Подождите, получается, его утопили в этом резервуаре, где было, где были пираньи вместе с ним. Потом уже после этого закинули туда пираний. Допустим так, ну ладно. Причина смерти утопления, тело было обглодано пираньями до костей. Но это уже после смерти. На данный момент невозможно подтвердить наличие других травм. На данный момент, то есть у нас будут какие-то возможности. Возможность какая-то подтвердить это. Странно, на данный момент. Это кто написал, Монокума? Что значит на данный момент? Откуда он знает, какой сейчас момент происходит? На данный момент, ну ладно. Чего? Здесь написано еще меньше, чем в прошлый раз. У меня плохое предчувствие. В инофайле не указано время смерти. Ну, очевидно, что он умер до представления еще. Это понятно. Раз он свалился из этого... Из этого резервуара, где были пираньи сами. Но, я так понимаю, персонажи еще об этом не догадываются даже. Но это как обычно, надо всегда все детали проверить, чтобы потом какие-то выводы делать. Точнее, не нам, а конкретно персонажам. Чтобы они к чему-то пришли. Вроде бы все. Что-то я вроде хотел опять сказать, но, к сожалению, мысль покинула мою голову. Ну ладно, не особо важно было. В прошлом файле Монокумы было обозначено время смерти Рантара, верно? Значит, это одна из ключевых деталей в этом деле. Скорее всего. Жертва Рантара Амами, здесь не написан его абсолютный талант. Тело жертвы было обнаружено в библиотеке. Кстати, а вот рука это же была Каэда еще. Я не обратил внимания на руку, когда был Рёма там. Но... Там такие же пальцы были или... Или немного другие, потому что, ну... Каэда была пианисткой, и она тоже, типа, говорила, что следит за своими ногтями, поэтому... Для нее, мне кажется, тоже были короткие ногти. Я не обращал внимания тоже, конечно, но... Скорее всего, так и было. Я не думаю, что они перерисовывали вот эту как назвать, картинку, допустим. Ладно, это мелкие детали, конечно, это не важно, но просто... Интересное замечание. Предполагаемое время смерти 21.10, да-да-да. Да-да-да, это мы все знаем. Это мы все знаем, нам не обязательно было рассказывать все, что произошло, а просто наличие времени смерти. Ну, опять же, это весь файл Монокумы. Но в нынешнем файле времени смерти ничего не сказано. Выходит, Монокума налажал? Нет, он просто не захотел нам этого говорить, как обычно. Он не обманывает, он просто умалчивает некоторые детали, понимаешь? Нет, это сделано намеренно. Монокума сказал, что не даст нам информации, способной указать непосредственно на преступника. То есть, из этого исходя, следует, что время смерти напрямую связано с убийцей. И мы можем выяснить как бы алиби у всех персонажей на этот момент, как если было бы написано время смерти. Поэтому да, не все так просто. Сложи 2 плюс 2. Кайли, ты можешь сложить 2 плюс 2? Или тебе может 1 плюс 1, или я... Не знаю. Думаю, можно сказать, что эта деталь весомая для раскрытия личности преступника улика. Выходит, ключевым моментом... Боже. Да, и такое бывает. Ключевым моментом в этом деле является время смерти. Ха, так держать. Я знал, что выбрал хорошего напарника? Нет, Кайто, мне кажется, в этом деле... В нашей ситуации скорее ты будешь напарником. Но мы об этом тебе не скажем. Думай, что хочешь. Радуйся, пока можешь. В файле Монокумы есть еще одна вещь, привлекающая мое внимание. Причина смерти Рёмы. Там говорится про утопление, если это так. Ну, опять же, Монокума действительно редко когда врет. Он не сказал про время смерти, потому что как бы это было бы ему неудобно, не так уж интересно, потому что реально мы могли бы просто выявить алиби всех, ну, как я уже говорил, алиби всех персонажей на этот момент времени. Там стало бы все очевидно, наверное. Наверное, опять же. Не факт, конечно, но все же. Возможно, взяв это за отправную точку, у нас получится распутать это дело. Файл Монокумы 2. Супер, раз уж мы закончили с файлом Монокумы, можно приступать к расследованию. И первая команда моему новому напарнику будет... Фасшуич. Исследовать все вокруг и найти улики, которые смогут вывести нас на убийцу. Как я ожидал, покомандовать он любит.
такая-то, все, уйди, иди там займись, там, побегай где-нибудь, посмотри улики на улице, если что-нибудь найдешь, расскажешь. Фу, неужели нам надо с этим персонажем поговорить? Неужели? Неужели нам реально придется с ним поговорить? Давайте этим займемся последний момент, чтобы сначала проверим все остальное, а потом уже посмотрим, нужно ли нам говорить с кем-то или нет. Панель управления светом. Что это такое? Там, не знаю, синим по белому написано, что это такое. А это панель управления освещением сцены. С ее помощью регулируется положение рейки. Кстати, забавно, что Кируми прямо на аквариуме стоит. Я не обратил внимания на это сначала, но потом понял. Понятно. И все? И все? Лестница. 10 лестниц. Интересно, использовалась ли она для организации шоу? Скорее всего, да. Почему нет? Около водяного резервуара. Это большой резервуар для фокуса с побегом. На лицевой стороне стекло разбито в дребезги. Да, бедный Киба, бедный Киба. Черт, ребят, вам так надо было разбивать стекло? Все вокруг теперь в воде. А еще в какой воде? В кровавой воде. Ну, если бы мы оставили тело Ромы там, то они смогли бы провести расследование. Ладно, сливать весь резервуар с помощью видеоведера, наверное, было бы слишком времязатратно. Хотя нам пришлось немало убраться, теперь мы, по крайней мере, можем исследовать резервуар. И узнать, как этот трюк работает, в принципе. Смотрите, я вижу слишком много, очень много всяких стенок. Ну, стенки-то понятно, но вот это снизу. Что это за панелька такая? Не панелька, а стекло, в общем. Квадратное. Для чего оно нужно? Здесь могут быть улики, надо смотреть все поближе. Согласен. Это хорошо, что ты согласен. Поскольку стекла нет, больше нет, в резервуаре почти ничего не осталось. Кроме наручников. Почему-то они остались внутри каким-то образом. Как они там остались, если скелет вышел наружу? Несмотря на это, мне надо его тщательно исследовать, чтобы что-нибудь там должно быть. Так, а это что? Вещи Рёмы. Стоп. Стоп. Какая одежда? Как она может у нее лежать здесь одежда? Мы же... Как у нее могут быть вещи здесь? В таком, ну, нетронутом состоянии. Как это произошло? Мы видели, что Рёму просто растерзали, просто уничтожили. Уничтожили пираньи. Они его съели, просто обглодали, понимаете? Обглодали. Когда на нем была одежда. Он был полностью одет. Но как у него просто одежда не я не знаю... Как она в таком идеальном состоянии? Блин, не, ну. А нарисована она, конечно, забавно. Они прям просто как в фотошопе. Я бы так, наверное, сделал. Да я бы, наверное, даже получше сделал. Так оно лежит прям как-то неправильно, что ли. Ну, не суть. Это, конечно, просто забавно выглядит, но все же. Как у него одежда в таком состоянии сохранилась? Ну, могли ее просто не убрать. Зачем вам одежда нужна была? Зачем ее оставлять эту одежду? Ладно, еще ключи. Я могу поверить, ключи, допустим... Ключи остались, допустим, после того, как их там покусали пираньи, но все же. Планшет, ну, уже не так реалистично, конечно, но все же, допустим, что планшет они не стали есть. Хорошо, ну, блин, одежда, серьезно. Все вещи Рёмы лежат в одном месте, у него одежда, монопад и ключ от комнаты. Вот он, этот ключ позволит нам провести обыск комнаты Рёмы. А чего мы там хотим найти? Видеомотив. А с чего ты взял, что это его мотив будет? Какая разница? Может, ты думаешь, он достал свой мотив каким-то образом? А, мы должны выяснить, чей мотив был Рёма. Окей, хорошо, Шуич, хорошо. Ты прям наперед смотришь? Думаешь, Рёма был убит из-за чего-то видео? Не могу говорить наверняка, но на всякий случай нам стоит его проверить. Это правда. Лишним не будет. Хотя у него ведь может быть и мое видео. Ну, тебе не обязательно его смотреть тогда. Ты же увидишь просто, ну, как бы, что это написано Шуичи, и можешь выключить его потом. Если это так, меня это сделает главным подозреваемым. Шуичи, тебе не привыкать, понимаешь? Ты в первом деле просто был звездой. Ты прям был в центре внимания. Самый главный подозреваемый на какое-то время. Так что не боись.
Не боюсь, мы справимся в этот раз. Я надеюсь, я постараюсь справиться. Чтобы не получилось, как со второй Каэды будет. Ладно, нет смысла сейчас об этом думать. Это все, мы не возьмем это в улику. Хорошо. Тело Рёмы. Тело, в кавычках. Сейчас Рёма остался лишь скелет, но нет даже тени того, чем он был. Но Рёма живет в наших сердцах и в нашей памяти, Шуичи. Как-то мог это забыть. Все осталось. Какого черта? Это и правда Рёма? Я не видел того, как это произошло. Я никак не могу принять это. Можешь не сомневаться. Да, видите? Видите? Все, кто были на шоу, стали свидетелями этого. Мы же не показали еще раз анимацию, то... Абсолютно каждый видел, как Рём превратился в груду костей. Кошмар, конечно. Ну, по крайней мере, он уже умер в этот момент. Он уже не был живым. Если бы заживо бы съели рыбы, это было бы гораздо более жестоко, чем то, что произошло сейчас, в принципе. Что он уже мертв был, его просто доели, мертвое тело его. Не могу поверить, что он умер таким ужасным образом. Он не умер таким ужасным образом, он умер до этого. Вода смешалась с кровью так быстро, что мы, к счастью, не смогли все разглядеть. Ну, я разглядел достаточно, чтобы понять, насколько это ужасно. Но этот скелет точно остался от Рёмы. Черт, понимаю, что он хотел умереть, но нахрена это же это делают заправду? Было бы забавно, кстати, если бы... Ну, как бы мы увидели Рёму. Потом его как бы в кавычках съели... Типа съели пираньи, а потом оказалось так, что Хиёка, боже, почему я постоянно их путаю? Не так часто, конечно, путаю, но все же бывает, наверное. Химика, конечно же, просто куда-нибудь пропала на какой-то неопределенный срок. Мы бы также могли подумать, что это на самом деле ее труп. Было бы интересно, на самом деле. И она в конце дела где-нибудь появляется, типа кто-то ее спрятал, и она не поняла, кто это был. Ну, что-то типа такого. Можно было тоже как-нибудь провернуть это все, ну ладно. Раз уж мы пошли таким путем, тогда мы доведем его до конца. Черт, понимаю, что он хотел умереть, но нахрена же это делать за правду? Как будто он хотел. Нет, я не думаю, что все так было, Кайта. Рёма не желал своей смерти, он говорил, что завидовал нам, тем, кто хотел жить. Но это уже в конце, это уже он тебе лично говорил. После этого, мне кажется, он ни с кем еще в контакт не вступал, кроме убийцы. А? Что значит он завидовал? Я уверен, что Рёма хотел бороться вместе с нами. Вот почему он искал причину жить. Чтобы испытывать те же эмоции, что и мы. Чтобы у него был мотив двигаться дальше. Но единственный мотив, что у него есть, это... Мотив на убийство, который даже не у него был. Даже не у него. Бороться вместе с нами. Я говорю, столько флагов поднято было, что... В принципе, чему удивляться. Тогда... Он был самым настоящим идиотом. Кому какое дело, у тебя нет смысла жизни? Разве не может стать что-то простое? Например, любящая семья, преданные друзья. Что если ничего у него этого не было? Кайта, откуда ты знаешь? Черт возьми, гребаный кретин. Не надо обзывать его, не надо о мертвых плохо говорить. Стеклянная панель. Ведро. И еще одно ведро стоит. Два ведра почему-то тут. Это ведро полное пираний. Гонта сказал, что положил сюда всю собранную рыбу. Не могу поверить, что он сделал это голыми руками. Хотя нет, еще как могу. Мысль о том, что внутри их желудков находится Рёма, отбивает у меня все желание их съесть. А мы их съесть собираемся? Блин, я никогда вообще пираний не ел. И, наверное, никогда не поем. Они вообще вкусные? Откуда у тебя вообще такое желание? Неха, только сильнейшие могут выжить в созданном Атуа мире. Наименьшее, что можем сделать, это помолиться за душу Рёму, чтобы она вошла в царство Атуа. Сможет ли он отправиться туда в таком виде? Блин. Кай, ты слишком много про труп его говоришь. В чем дело? Я не понимаю. Теперь они, несомненно, были удивительной загадкой. Могли ли они быть одним из чудес Атуа? О чем ты? Я заметил это сразу после начала шоу. Мне показалось, словно сегодня пираньи стало намного больше, чем вчера во время приготовления. О-о-о.
Это, кстати, очень важная и замечательная, хочу сказать, нет, интересная деталь. Их стало больше. После вчерашних приготовлений, да? Но кто и когда мог их туда запихнуть еще больше? И каким образом это получилось бы у них, если они подняли их? Подняли. Подожди, как это вообще произошло, не понимаю. Как это произошло? Они что, за ночь целое потомство увели? Не может быть, что они так размножались так быстро? О чем я говорил? После вчерашнего приготовления. Кто из вас запихнул туда рыб? И когда это было? Были ли рыбы уже во время того, как вы приготавливали все это? Вчерашним вечером, допустим, вечером, неважно, когда вы это делали. И кто туда запихивал рыб? Это очень важно. Почему вы не можете мне сказать это сразу? Кто это делал? Спроси Шуич, кто это делал? Кто занимался доставкой, так скажем, рыб в этот резервуар? Но по сравнению со вчерашним днем казалось, что у них места не было даже продохнуть. Так они там были битком. Ну, по-моему, это было заметно по первому взгляду даже. Как они себя вели. Вода была очень мутная, так что я не смогла понять, насколько пираньи там прибавилось. Допустим, хорошо. Мы поверим, что она реально была мутная, для нас показали, что на самом деле... Для нас показали так, чтобы мы могли заметить, но вода была мутная. Хорошо. Но в любом случае, там было супер тесно. Не хватило одного супа. Что это было, я не знаю. Супер тесно. Хоре, кто это написал? Хоре, кто так пишет? То вот, вы серьезно, кто-то вот пишет хоре через хоре? Или, подожди, или так правильно? Дайте мне посмотреть кое-что. Дайте мне просто, я выйду в интернет с этим вопросом, и... Хоре, ну и... Да... Неужели? Подожди, да, ну это понятно, что это не настоящее слово, такого слова нет, это просто как бы жаргон. Но все же, харе. В резервуаре прибавилось пираньи, постараюсь об этом не забыть. Постарайся и запиши себе куда-нибудь, если не знаешь, ты сможешь забыть об этом. Битком забитые пираньи. Хорошо, стеклом. Очень много стекла в этом деле, чувствую, будет. С самого начала уже видно. Осколки разбитого резервуара были собраны в кучу. Их здесь так много. Гонта и Тенка явно не сдерживались, когда бросали киба в то стекло. Это все? Ну, в принципе, да, не о чем больше говорить. Кирум, что ты там делаешь? Слезай оттуда. Наручники, почему они здесь? Почему они именно там находятся? Хороший вопрос. Что они там забыли? Почему труп выкинул на улицу? На улицу, говорю, вы поняли, за резервуар. На пол. А наручники остались там. Как это получилось? Закрыты, немного поцарапаны. Что значит закрыты? Очевидно, что они закрыты были. Мы видели, что он был в наручниках. Ну, опять же, вы, наверное, ничего не видели. Вы ничего не видите никогда персонажа. Похоже, они сделаны из нержавеющей стали. По некоторой легко отставить царапины. Должно быть, ими скребли почему-то твердому или острому. Думаешь, они были чистыми изначально? Что они были новенькие? Что это за наручники? Они из резервуара? Оттуда они взялись? Никогда не видел, чтобы они были на складе. Кстати, да, хорошее замечание, Кайта. Я не думаю, что какие-то наручники находились бы на складе. Но склад огромный, мы, в принципе, не знаем, что там может быть. Какая-нибудь одна коробочка с наручниками. Вполне возможно, что там могла находиться там, но... Допустим, что их там не было. Откуда тогда они пришли? Откуда они тогда здесь? Возможно, это как-то связано с тем, что... Рём был заключен, но может тогда быть, что... Но он же теннисист. Как это у него может быть... Второй талант, я не знаю, какой-то... Лаборатория Рэма была не только для абсолютного теннисиста, но и для абсолютного заключенного.
То есть, есть вероятность, что он и правда, у него какой-то второй, он двойной талант. Вдвойне талантливый. Талантлив. Ничего себе. Интересная вероятность, интересная возможность. В таком случае, если есть высокая вероятность того, что подобный предмет был бы в его лаборатории. Ну, у него не было лаборатории, у него была просто... Просто была... Был теннисный корт и комната, которую он назвал душевой, вроде как. Если я ничего не забыл, то он назвал ее душевой. Но опять же, я не знаю, душевая, не душевая. Там может быть что угодно, как и у Маки тоже. Абсолютно воспитательница лаборатория. Лаборатория воспитательницы. Но мы там ни разу не были, там может быть что угодно, я не знаю. Там может быть лаборатория абсолютного... Абсолютного, не знаю, кого, как это называется, того, кто пытает. Ну, в общем, вы поняли, его или какого-нибудь абсолютного убийцы, палача, я не знаю, что угодно там может быть. Поцарапанные наручники, ну ладно. Хорошо. Так, что еще за навеска? А, я панель не нажимал еще, да, панель не нажимал еще, надо не забыть. По-твоему, этот занавес подозрителен? Ой! Да, у меня возник один вопрос. Стал один вопрос у Кайта. Нифига он вообще был нужен? Ну, очевидно, чтобы химика могла просто уйти незаметно. Он прикрывал резервуар во время выполнения фокуса. Когда химика выполняла свой побег, этот занавес был задернут, чтобы мы не смогли ничего увидеть. А, вот ну как. Можно тогда считать здесь какую-то улику? Не думаю. Я не вижу в нем ничего подозрительного. Пока ты не видишь, но... В конце концов, кто-то явно заметит что-то необычное с этим... С этой занавеской. Так, стеклянная панель, что здесь? Да не, резервуар лежит квадратной панели стекла. Не похоже, что она один из осколков. Слишком эта панель в хорошем состоянии. Один из осколков. Каким образом это могло быть одним из осколков, когда она в такой идеальной форме, не поцарапанная, ничего с ним не стало? Какой осколок? Шуичи. Разбить стекло и получить квадрат в такой идеальной форме практически невозможно. Нет, это вообще какая-то безумная мысль, Шуичи, тебя посетила внезапно. Чем тогда ее предназначение? Квадратная стеклянная панель. Хорошо. Ладно, это все, что я хотел осмотреть рядом с резервуаром. Хорошо, что ты это все, что ты хотел рассмотреть рядом с резервуаром. Сцена. Я должен провести осмотр сцены. Уверен, там найдутся какие-нибудь зацепки. О, мы тоже сюда залезли. Таймер. Ну, необычного в таймере, я думаю, мало чего есть. Это просто таймер. Это таймер, отчитывающий время на исполнение фокуса. Я подумать не мог, что он также будет таймером для обнаружения, тела Рёмы. Да уж. Никто не думал, Шуичи. Если посмотреть со стороны вверх, то резервуар с пираньями будет висеть прямо над головой. А почему не спросили, где был вообще Кайта, чем он занимался? Вот, ладно, допустим, Кокичи, ладно, Маки, ладно, понятно, где был Рёма, но где был Кайта в это время? Где был Кайта в это время? Вот это мне очень интересует вопрос. Я уверен, что он не говорил, где он был, правильно? Он просто пришел, и мы тебя даже не спрашивали, где он был. Кокичи, ладно, Кичи может заниматься чем угодно, он, в принципе, что угодно скажет, и это будет враньем. Маки, понятно, она сидела в своей лаборатории, я, в принципе, в это могу поверить. Что она реально будет там сидеть, пока ее оттуда не выгонят, не знаю, не выпинают буквально. Сила не вытащит оттуда. Ну где был Кайта? Он был настроен таким образом, чтобы его дно открывалось при достижении нуля на таймере. А, то есть это... Я так понимаю, панель это оттуда пришла? Вот видите, снизу вроде как не видно, что там пусто. Сейчас оно открытое, поэтому резервуар пуст. И похоже, у него есть какая-то крышка, я спокойно вижу сквозь него потолок. К тому же только его передняя стенка сделана из стекла, все остальное деревянное. Все остальные деревянные. А, окей. Мы даже не видим, кстати, сбоку его. Поэтому мы не можем сказать даже, из чего оно сделано. Итак, у этого резервуара нет крышки, лишь передняя часть стеклянная. No. О, это резервуар. Мы поперли его из исследовательской лаборатории химика. Катя, ты ведь помогала таскать вещи для приготовления к шоу, верно? И ты не пришел сам на шоу. Как это? Чем ты занимался, опять же? Чем, Кайта? Скажи мне, пожалуйста. Это очень важная...
Очень важная информация. Да, этим занимались я, Киба, Химика и Анджи. Работа там была, конечно, немалая. Но я просто помог дотащить этот резервуар сюда. Удивлен, что у них получилось его подвесить. Он был нереально тяжелым. Не представляю, как его можно было вот так поднять. Похоже, здесь крепится рейка для освещения спортзала. О, Хируми. Панель управления сбоку от сцены позволяет регулировать ее высоту. Чуть себе как удобно. Во второй части тоже такая была тема. По-моему, в третьей главе. Там в этом, в клубе, которым там тоже была панель управления, она поднимала это освещение как раз таки. Предполагаю, что они подняли этот резервуар, пустив эту рейку и прикрепив его к ней. Никогда бы не подумал, что рейки для освещения могут выдерживать такие тяжести. Да, тем более спиральными, вот этим здоровым квадратом, здоровым резервуаром и самим Рёмой, в конце концов. Блин, как они вообще это умудрились поднять? Или не, ну окей. Скорее всего, его поместили уже после того, как они подняли это. Потому что, блин, с Рёмой вместе поднять это было, по-моему, нереально. И все бы заметили, что там Рёма лежит. Их конструкция подразумевает поднятие тяжести, так что сниматься в их прочности не стоит. Кроме того, как ты много знаешь про эти резервуары? Точнее, не про резервуары, а про рейку эту. Которая, типа, этот... держит все это дело. Что мы еще можем посмотреть? Снизу ничего вроде не пустили. Закрытая занавеска, кстати. Все завешено шторами, но уверен, что позади них есть окно. Чего такое, хочешь проверить то окно? Да, но... Черт, высоковато же оно, да? Да, даже выше резервуара с пираньями. Выше резервуара с пираньями. Точно, рядом с сценой была лестница, я схожу за ней. Кайта быстро спустился вниз. И также быстро вернулся, неся через плечо лестницу, стоявшую за сценой. Знаешь, что-то подумал, разве это не напарник должен все приносить и подавать? Не, ну, так и есть, но, я, опять же, мы тебе об этом не скажем, кто здесь напарник, поэтому, да. А, да, наверное. Спасибо за помощь, помощник. Ну, видишь, ты подручный просто, Кайт, ты помогаешь нам, а не мы. А не наоборот. Блин, я хотел чихнуть, но что-то не получилось, ладно. Поставь лестницу наверху сцены, я начал медленно подниматься по ступеням. И что там нашел? С нее едва дотянешься до окна, если отодвинуть шторы. Едва дотянешься, ты разве не прямо в окне там стоишь? А, окно открыто. Как ты, Гриш, не дотянешься? Или ты имеешь в виду без лестницы? Не, подожди, ты говоришь с нее, едва дотянешься до окна. Но ты прямо у этого окна стоишь. Странно. Выходит шанс того, что убийца как-то им воспользовался, правильно? Может быть, да. Да, через это окно убийца мог бы проникнуть в спортивный зал. А что там с другой стороны? Видно не очень хорошо, но думаю, бассейн. Да, но мы с бассейна видели как раз таки это окно, правильно? И оно открыто, кстати. Ну, это очевидно означает то, что как-то... убийца пролез туда, но... каким образом? Там... не, каким образом он мог это сделать? Там же оно очень высокое. Да, наоборот, возможно, в спортзал... точнее, не в спортзал, а в бассейн. Перелез убийца. Ну, зачем? Ну, как бы, зачем? Сбежать, наверное, как-то? Ну, я не знаю. Я не знаю пока что. Пока что тяжело что-то сказать. Бассейн, да? Слышал, у нас... есть у нас где-то такой. Что значит «слышал»? Просто, да, чуть позже нам надо его будет смотреть. И шанс, что убийца был там. Стоп, а это что? Чего-то нашел? Нет, ничего. Просто заметил на конной раме какие-то следы. Ну, это теперь очевидно, что убийца как-то воспользовался этим. На раме есть выраженные царапины. Царапины? Это явно не от того, что кто-то наступал на раму эту. Царапины. Что там они могли... поцарапать. Опять же, у нас есть поцарапанные наручники. Связано ли это как-то друг с другом? Это может быть как-то связано с делом, лучше запомнить про них. Следы на оконной раме. Ну, хорошо. Я
Я спустился с лестницы на сцену. Закончил осматривать окно. Тут тогда поставлю лестницу на место. Да, было бы здорово. Спасибо, Кайто. Разве напарник должен всем этим заниматься? Немного пожаловавшись, Кайто все равно отнес за меня лестницу назад. Я смотрел на сцене все, что хотел. Ну, закончить, тогда пошли. Да, хорошо. Так, а куда пошли-то? Не с подозрением, что здесь еще есть что осмотреть. Так, ну давайте тогда к виновнице торжества обратимся, к химикам непосредственно. Потом уже Канжи, если нужна будет. Нужна будет необходимость. Не. Моя магия должна была заставить всех улыбаться. Не переживай так, химиков, все действительно улыбаются, да. Все. Всем невероятно весело. Не верю, что кто-то из собравшихся здесь в состоянии улыбаться. Химка, если ты не против, не могла бы ты рассказать о своем фокусе подводного побега? Нам нужно понять, как он работает, если мы не хотим раскрыть убийцу, личность убийцы. Нееет, это была магия. Мой подводный побег не был никаким фокусом, это была магия. Ты продолжаешь с этим? Ты хоть осознаешь, в какой ситуации мы находимся? Угрожайте сколько хотите, мой ответ не изменится. Это была магия. Но... Все, ваше время истекло, пресс-конференция окончена. Если не хотите ощутить на себя вещь чудовищный гнев Нео Айкидо, советую уйти. Черт, охрана строже, чем у айдолов на концертах. Да, не хотел бы связываться с подругой химика Тенка. Что, Анжи, я не знаю. Давай поговорим с Анжи. Нет. Кто там прыгает? Кто там только что прыгнул? А, верно, нам следует спросить Анжи о конструкции сцены. Слушай, Анжи, я хотел спросить тебя насчет сцены. Ага, я отвечал за все декорации, даже пособрала и покрасила всю сцену. Молодец, молодец. Значит, это тогда что-то в фокусе химика, например, как он работает. Не, ничего не знаю. Химика себя называла его настоящей магией. Понятно, она держала все в тайне даже от Анжи. А, кстати, ты ведь просила других людей помочь сам вам с приготовлением, верно? Да, мы начали вчера, много кто вызвался помочь. Например, к нам мы переносили тяжеленный резервуар и лестницу из лаборатории химика. Якио подоспели к ним на помощь, ну, об этом я уже знаю. У резервуара был подъемный блок, но эта бандурина такая огромная, что нам пришлось изрядно повозиться. А еще попросила Кируми зашить занавески, потому что терпеть не могу шитье. Почему? Почему? Что за... почему ты не можешь терпеть? Ты же художник, творец. Так что, по сути, благодаря Ату, шоу прошло успешно. Думаю, наших заслуг тут все же побольше. Действительно, произошедшее можно назвать успехом. Да, опять же. Кто-то говорил, что был успешный фокус под прошлым видео. Не будем называть имен. Хотя это все прекрасно... Тот человек прекрасно понимает, что это он. Кстати, запустить пираньи было твоей идеей. Кто это сделал? Сам по себе подводный проект ничем не отличается от всех остальных магических шоу. Кто засунул туда пираньи, признавайтесь. Вот я подумал, что добавив мне чуточку пираньи, шоу стало бы более захватывающим и божественным. Это мне подсказал Атуа. Значит, Атуа дает тебе такие советы? И насчет другого резервуара с пираньями и таймерами. Тоже из лаборатории химика, верно? Да, согласно руководству, но этот резервуар не синхронизированы между собой. То есть, когда срабатывает таймер, резервуар с пираньями открывается автоматически. А как это работает? Как они связаны? Ясно, значит, большая часть оборудования до шоу была из лаборатории химика. И как раз тогда, когда мы закончили подготовку, собирались передохнуть. Год он нас всех похитил, поэтому на репетицию вообще не хватило времени. Когда Гонт отпустил нас, уже наступила ночь, так что в зал нам больше было не попасть. А, точняк, ночь уже не войти в спортзал. Поэтому решили прийти сюда до утреннего объявления. Мы с химикой ждали открытия спортзала. О, как я обрадовался тому, что декорации были не тронуты. По-видимому, никто не мог попасть в спортзал раньше них. Что такое, Шучи? Ты переживаешь из-за этого нелепого инцидента? Нелепого, окей. Как обычно, ее это вообще не волнует. В последнюю очередь волнует ее. Не волнуйся, все будет хорошо.
Что? А то, говорю, тебе не о чем беспокоиться. Не о чем беспокоиться? Никто не может укрыться от взора Атуа, даже убийца. Ну, это скорее будет взор Шуичи, от которого не скроется убийца. Ну, пускай Атуа помогает, чем может. Я не против. Неа, божественная сила Атуа поистине невероятна. Поведение же становится все более и более жутким. У-у-у. Не, посмотрите на, вот на это лицо. По-моему, я не знаю. У меня такое чувство, что такое ощущение, что... Оно реально как-то вот ее выражение лица меняется. Вот это прям какое-то уже безумное немного лицо. Может, я не обращал внимания раньше, но вот сейчас прям это реально заметно, четко. Не нравится. Ой, мне не нравится. Это новая Анжа. Не новая, точнее, а улучшенная старая Анжа. Так. Так, что мы еще можем сделать? Ладно, тут очень много людей, поэтому я думаю, мы это можем перенести на следующую серию, и на это немного остановимся. Мы уже достаточно долго посидели, порасследовали на этот раз, и в принципе, да. Спасибо большое всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши комментарии. И ставьте лайк, всем понравилось это видео, вступайте в группу ВКонтакте. И до скорых всем встреч, и пока.